Непейцевский дендропарк. Дендропарк. Я думаю, что это за новое слово, которое я раньше не слышал. Оказывается, здесь есть уникальные растения. Дендропарк означает, что здесь уникальные растения. Здесь больше, по-моему, 400 видов растений, которые не должны расти в Башкирии. Вот. А я сначала думал, дендропарк, думаю, что за парк юрского периода какой-то. Думаю, динозавры, что ли, тут. Когда потерялся в лесу? Когда потерялся в лесу? Мы тут! Не особо разбираюсь в деревьях, но смотрите, как красиво здесь вообще. Многие столетние растения, даже больше им, по-моему, 100 лет, они уже просто были распилены. 1000 подписчиков. Ну давайте уже, жмите руку. 1000 подписчиков за неделю. Наспор. Давай, разбивай. Кто, короче, не выиграет на новом аккаунте. Они на новом аккаунте должны собрать 1000 подписчиков каждая. Вот. Кто не набирает, вылетает из хаоса. Уфимский дендропарк. Все, идем. Вон, на телефон сюда встаньте. На солнце. Идем просто по лучам. Хочешь прикол? Прикол, который в школе можно было делать. Все, погнали. Не, ну ты прикалываешься, вон зато вставай. Зато вставай, ты ряд стоишь, вот так вот. И ты здесь, вот здесь прячешься. Ты от видео прячешься или от того? Ты за дальнее вставай. Я нормально? За дальнее прячешься. Все, готовы? Да. Туда выглядываем просто. Давай, на счет три. Раз, два, три. Пустяк. Там голод был. Вот это вот растение незнакомо мне. Смотрите, здесь какие листочки. А это похоже на мини-клены какие-то. Большие листья такие, да, смотрите, кленовые. А кустарники маленькие. Что это такое? Пошла. Все. И можно покормить белочек. Смотрите, вот они. Они не боятся спускаться к людям здесь. И белочка. И я очень постараюсь. Белочка, белочка. На, 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 на. На. Какая белочка упрыгала, блин. И скакала. Ну куда ты? Вот это растение также не... Эй, алло, тихо. Вот это растение тоже мне не знакомо, смотрите. Кустарник какой-то. Вон какое интересное дерево. Все изогнутое. А вон там оно начинается. Красота какая. А это дупло белки, смотрите. Белка, выходи. А, давайте семечек туда кинем. Ай, блядь.
Ходи. Выглядывай давай. Здесь вот человек скрывался от зомби в лесу, короче. Сделал себе шалаш такой, вот он подал сигнал бедствия, мы его сейчас ищем. Мы поймали сигнал рации с этого леса, он сказал свои координаты, и теперь мы его ищем. Но отсюда он, похоже, уже ушел. И самое опасное в лесу, то, что можно встретить просто. За каждым деревом могут оказаться зомби. Здесь можно приятно погулять по дорожкам, и большая часть из них асфальтированные. Но есть и тропинки. Тихо. Выпал снег, короче, в конце мая. Представляете? О, все деревья в снегу. Это не шутки, правда, снег. Победи злодеев, играя в Among Us. Тридцать шесть. Встретил подписчика. Как зовут? Радмир. Давай, все хорошего тебе. На байке тут фишки делал, да? Возле, короче, фонтана журавли. Смотрите, мы сейчас туда пойдем тоже нырять. Уже нырял туда, нет? Проезжал мимо на велике хотя бы, нет? Нет, ну, на велике, боишься? Да. Боишься на велике там ехать? Я проезжал, я. Да, давай. Стоп. Спасибо большое. Все, давай, счастливо. Давай, малой. Если ты действительно уфимец, то ты должен угадать эту локацию. Угадай локацию, рубрика. Вот она. А? Кто знает? Но не все уфимцы знают об этой локации. Сейчас я вам покажу ближе все-таки, над чем же этот мост. Смотрите, уже закат. Здесь можно, кстати, провожать потрясающие закаты. И здесь можно встречать и провожать поезда. Ну, узнали уже, где это? А еще рядом тут висячий камень есть. Мы на него уже сегодня не попадем. Просто смотрите, какая красотища. Вообще красота. Там вода внизу. О, супер. Я же сказал, не подойду. Че это-то? Знаете же прекрасно. Мы это уже проходили. Стань ближе, да, или так, во-во-во, все. Класс, от души машинист. Туда. Все, давай, снимай уже отсюда. Да.
центр Уфы, это новые крутые дома, которые закрывают вот эту всю разруху просто. Вот это центр города, смотрите. Это новый дом. И главное, все улицы центральные так сделаны красиво, но стоит зайти, короче, во двор, и просто вы увидите вот, 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 вот. Кафе «Таксим». Основатель этого кафе – «Такси Максим». Оно как-то связано с такси и с Максимом, но никак не связано с такси, потому что здесь нет такси, а есть «Таксим». Кафе «Таксим». Вот. Блин, закрыто уже, немножко не успел, короче, «Город квадрат». Ай, ладно, здесь пройду. Да, смысл этого.